Всем привет, дорогие зрители. Я сегодня приехал в Верхний Махмутлар на расстоянии от моря приблизительно 2400 метров, ближе к горам. Тут один из хороших комплексов, который называется Exodus. Продается здесь двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров, на четвертом этаже, обставленная. Также можно купить эту квартиру пустую. Быстренько я вас сниму всю инфраструктуру, а потом поднимусь, покажу вам квартиру. Так, дорогие зрители, вот такой тут у нас открытый бассейн с аквапарком. Здесь у нас левее детская игровая площадка, ухоженный просторный сад. Вот это у нас здание, которое сдано в эксплуатацию в 2020 году. Состоит из двух блоков А и Б. Вот горы. Тут пока тихо, спокойно. Может быть, когда-нибудь здесь, у плотнации, построят новое здание. И будет шум, гам, заранее скажу. Так. Шезлонги, зонтики присутствуют. Детский бассейн также. Не маленький. Пройдемся мы внутрь комплекса. Значит, здесь у нас такая детская игровая зона, не маленькая. Тут у нас мини-кафе, он пока не функционирует. Наверное, сдадут в аренду. Здесь у нас фитнес-салон. Тут прохладно. Вот такой фитнес-салон. Также есть кинотеатр. Вот такой кинотеатр. Пройдемте в сторону крытого бассейна. Вот наш крытый бассейн, который функционирует именно с октября или концу октября до апреля-мая максимум. В этом здании присутствуют два лифта. Также тут зона отдыха. Вот та сторона также. Здесь раздевалка женская, мужская. Вот мужская раздевалка. Так. Значит, здесь зона отдыха. Так. Вот зона отдыха. Тут у нас турецкая баня, наш любимый хамам. Есть массажные комнаты. Тут вот такие массажные комнаты. Одна тут, одна тут. И у нас здесь сауна. Такая вот сауна и римская банная комната. Поднимусь я на верхний этаж, там у нас лобби, и покажу вам открытую парковку резиденции. Лифт я вызову на верхнем этаже. Вот такой этот лобби. Вот. Очень красиво. И также есть тут зона отдыха по утрам. В тенечек можно сесть.
принести с собой кофе, выпить и отдохнуть. Так, пройдемте теперь мы в квартиру. А, еще. Здесь парковочные места. Вот. И наш лифт. Поднялись мы на 4-й этаж. Вот такой здесь просторный коридор. Вот такая у нас дверь. И вот наша гостиная комната, совмещенная с кухней. В доме присутствует также домофон. Как вы видели, у входа присутствовал домофон. Покажу-ка я кухню. Вот это наша кухня. Вытяжка отсутствует, придется купить вытяжку. Квартира продается как с мебелью, так и без мебели. Угу. Бытовая техника фирмы Бека. Полностью вся. Вот такая прихожая. И вот у нас санузел в этой квартире. Вот такой санузел. Стоит проточная вода, обогреватель фирмы Veito. Квартира 60 квадратных метров. И это наша спальня. Такая спальня с выходом на балкон. Я выйду на балкон с этой комнаты. Вот такой балкон с видом на виллы и на комплекс Азура Парк. Вот такой просторный балкон у этой резиденции. Именно этой квартиры. Максимальное расстояние до моря 2400 метров. Я отмерял по карте Google. Хочу подвести итог о этом проекте. Значит, дорогие зрители, проект был сдан в 2020 году. Квартира находится на 4 этаже по турецким меркам, по СНГ-шным меркам 5 этаж. Инфраструктуру вы уже увидели. 4 раза в день трансфер до пляжа Махмутлара. Айда здесь 260 лир. Квартира продается обставленная за 47 500 евро, пустая за 44 000 евро. Если вам понравился этот комплекс, эта квартира, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать свежие видео. Звоните, пишите по номеру, который указан в описании. Я всем желаю крепкого здоровья, добра, счастья и побольше позитива в вашей жизни. С вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.